15 мая 2004 года. 4-2. После этого мячи, поражения. Ломой сейчас начнется. Вот здесь Кокорину. Ну вот зачем это делает Александр Кокорин? Зачем? Для чего? Вот эта свара никому не нужна. Да? Ну а Чентурий-то поступает разве по-джентльменски? Кокорин не прав. А Чентурий подошел сзади и не видя. Кокорин не видел, а Чентурий из-под тишка. Подло и неинтересно. Ну что вот это вот? Ну что? Глупость несусветная. Смотреть на это противно. Интересно сейчас, что сделает Иванов в этой ситуации. Кокорин ударил по лицу. Это удаление. Должно быть удаление. Чентурия тоже подло. Сзади подло. Ударил Кокорина, плевал в него. Это тоже должно быть удаление и дисквалификация. Ну и показывает. Показывает. Сейчас, давайте, это. Ну здесь, конечно, Кокорин виноват. Безусловно.